Привет, друзья, с вами Алекс, из Китая. Сегодня мы увидим симфонию огней в проливе Виктория в Гонконге. Думаете, пролив Виктория не может быть красивее? Тогда приходите на набережную вечером. С 2004 года лазерное шоу «Симфония огней» преображает небоскребы, расположенные по обеим сторонам пролива. Это шоу, передающее динамику и красоту ночного Гонконга, уже давно стало визитной карточкой города. Знаменитые здания по обе стороны пролива объединяются, чтобы сформировать гармоничное полотно для сенсационной мультимедийной феерии, с множеством прожекторов, лазеров, светодиодных экранов и освещения, работающих в унисон, и создать ночное шоу, которое превращает панораму Гонконга в праздник света и музыки. Знаменитые виды города формируют идеальный фон для грандиозной мультимедийной феерии, в которой используются лазеры, светодиодные экраны и всевозможные виды освещения. Симфония света и звука превращает знаменитую панораму Гонконга в настоящий праздник для глаз.